Судьи строги ко всем в равной степени. Стартовал у нас 9-й забег без хорватской спортсменки. Втроем бегут участницы чемпионата мира. Представительницы Германии и Словакии пока лидируют. Немка чуть впереди. Она же от разветвления первая убегает, соединяет и финиширует. Стартовали участницы. Ровный забег. Чуть вперед убежали представительницы у нас Словакии и Германии. Это ожидаемо было. И на разветвлении все-таки лучше оказалась участница по первой дорожке, представительница Словацкой Республики.